Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И этот ролик о двух сайтах, по поводу которых сегодня были вопросы от моих партнеров. Это AdSpy Pro и Rocket Rapsher. По AdSpy Pro вопрос касался, было написано, что у меня все горит там. Не знаю, как купить, что сделать. Девушка писала, имени, к сожалению, не написано. Так вот, если у вас горит вот здесь, вот эта кнопка, она будет гореть, скорее всего, желтым, то вам необходимо просто купить пакет рекламный, один рекламный пакет, и она у вас станет зеленой, как и все остальные. Вот как видите, у меня на другом аналогичном сайте не продлен бустер. Потому что в последнем обзоре я рассказывал, что у всех у этих четырех сайтов есть проблемы с выплатами. Так что, если у вас есть на внутреннем балансе, здесь вот на AdSpy Pro пакет стоит, начинается от $1. С внутреннего баланса покупайте. Если нет, с внешнего платежного терминала я бы не советовал. Пусть пока что разберутся. А так внутри делать перепокупку можно. Можно, все равно деньги лежат без дела. Ну, как видите, у меня идут начисления. Если же это все горит, касается вот этих двух окошек, вот этих и вот этих, то тогда кликните на Surf Again и отсерфите 10 сайтов, просмотрите, и все у вас здесь будет зеленым. Это желтое, это просто заработок кредитов. Вы можете с этой вкладки кликать и смотреть кредиты, вам будут начисляться кредиты, но это бессмысленная трата времени. Сюда не обращайте внимания. Итак, если у вас горит здесь, кликаем сюда, Surf Again, и серфим 10 сайтов. Если у вас горит вот здесь, просто купите с внутреннего любого баланса, просто кликните на... Вот смотрите, у меня хоть на этом балансе 0, но все равно при клике на эту вот кнопку «Купить», все равно я могу вот купить за $1 пакет. Следующий клик сюда, ставим галочку, соглашаемся с условиями, confirm, и платим с того баланса, на котором есть. Вот здесь мне пишется, с того баланса на Repurchase нету, но на внутреннем балансе есть. Клик Buy Now, и пакет куплен. Ну, ролики, как купить с внутреннего баланса, на сайте есть. Посмотрите, сделайте. Думаю, все понятно сказал. Эта кнопка у вас позеленеет, как только вы купите пакет. Второй вопрос касался выставления рекламы на сайте Rocket Rapsher, ну и на всех остальных реклама делается аналогично. Как выставить сайт в серфинг, рассказывается в этом ролике, и ссылку на него выноской размещу и в этом видео тоже, чтобы вам долго не искать. Михаил звали партнера. А баннеры и текстовые объявления мы сейчас вместе с вами... Ролик может чуть затянуться, потому что проделаем все это вместе. Вот с этой вкладки Tools and Services, My Network Advertising, это мои действующие, то есть те объявления и так далее, которые есть. Это создать новый баннерное объявление, новое. Это текстовое, а это
на серфинг выставить сайт. По сайту, я уже сказал, будет ссылка выноской. А это сейчас мы с вами выставим баннер. Кликаем сюда. Попадаем на такую вот страницу. Здесь три обязательных поля и три необязательных. Давайте заполним обязательные поля. Здесь выбор размера баннера. Выбираем размер. 125 на 125. Я сильно подозреваю, что здесь выставление баннера такое же замороченное, как и сайта. Ну, давайте сделаем. Значит, выставим рекламу вот на этот же сайт, чтобы долго не искать. Так. Promotional Tools. Сейчас пусть откроются наши инструменты продвижения. Здесь дело в том, что надо выставить как ссылку на картинку, так и ссылку реферальную. Вот, пожалуйста, то, о чем я говорил, лучше с этими сайтами быть поаккуратнее. Деньги не вводите, непонятно, что с ними будет. Так. Может, давайте другой сайт попробуем из этой серии. Как раз и проверим, что с ними. Очень аккуратно, ребята и девчата. Не вводите деньги с других процессоров. Админ вроде человек честный. Но из-за PayPal у них, не только у них, а у всех сайтов этой серии, и RevShare проектов, у всех у них довольно-таки нелегкое положение. Итак, ну вот другой сайт, аналогичный от тех же админов. Здесь нам нужна ссылка на картинку. Ссылка на картинку 125 на 125. Вот она. Вот ссылка на картинку. Берем ее, копируем. Вставляем. Ставить. Далее. Реферальная ссылка. Реферальная ссылка, она здесь в самом верху. Копируем, то есть это ссылка, на которую будет выводить клик по баннеру. Вставить. Эти поля можете заполнить. Там текст какой-то написать, назвать свою компанию как-нибудь, поменять название. Ну, пусть она так и будет. И сохранить. Ожидаем. И теперь вот с этого поля назначаем кредиты. То есть минимум за показ от 1 до 10 кредитов. У нас здесь сразу отображается баланс доступных кредитов. Ну, давайте 10 назначим, потому что реклама этого сайта, ну, мне не нужна. И назначаем кредиты. Пусть остается один. Посмотрим, пропустит с таким количеством или нет. Пропустила. Ожидаем. Видим свой баннер в серфинге. Показывается, да, running, кликаем, кликаем сюда. Здесь мы можем приостановить, поставить на паузу показ этого баннера или оставить так же. Ну, оставим так же, потому что приостанавливать смысла нету. Ну и пусть остается. Это просто... И все. Здесь можно вот с этой вкладки исправить этот баннер, там что-то подкорректировать.
Здесь детали. Если вы хотите добавить описание или что-нибудь такое, ну, просто редактировать эту рекламу. Здесь просто возвращаемся к этой рекламной кампании. А здесь с этой вкладки добавить еще кредиты. Вот как видите, у меня осталось 4 за это короткое время. То есть 6 раз уже баннер был показан. Это просто возвращаемся к нашей кампании, рекламной кампании, чтобы посмотреть ее. Она активна. Практически нужны еще кредиты. Ну, это просто пробное. Кредиты исчерпались. Все. Их больше нету. Вам тут зажигается, что добавьте кредиты. И сайт не показывается. Вот и все. То есть с этой панели мы наблюдаем. С этим разобрались. Ну, не думаю, что что-нибудь с текстом и объявлениями будет по-другому. Вот давайте кликнем сюда. Здесь практически будет то же самое. Ну, вот здесь заглавие, которое, в принципе, можно взять где-нибудь с главной страницы сайта. Там что-нибудь такое, да, чтобы сильно не думают, голову не ломать, что там. Вот взять, например, скопировать это. Копировать. Вставить как обычный текст. Что-нибудь здесь написать, хотя здесь и не обязательно. Но без текста, текстовое объявление. Как бы. Ну вот скопировать вот это. Ну, давайте вот эту строчку тоже. Или подобрать любой подходящий текст. Просто здесь будьте внимательны, всегда вставить как обычный текст. Не вставить, а вставить как обычный текст, чтобы не были вот этих. И ваша реферальная ссылка. Давайте пойдем обратно. Клик обратно. Берем отсюда реферальную ссылку. Копировать, вставить. Здесь уже вставить просто так. Все, здесь опять можно все оставлять, как есть. И сохранить текстовое объявление. Назначить кредиты. Делаем аналогично. Я больше 10 здесь ставить сейчас не буду. Клик по зеленой кнопке. Ожидаем. Вот наше текстовое объявление. Оно будет вот здесь где-то отображаться. Все, здесь мы видим, что оно активно и показывается. 3 раза уже показано. Вот показы здесь нам пишутся. Здесь пишется, сколько раз кликнули по этому объявлению. Я забыл сказать, но точно такое же есть и на баннерных показах. Вот клики по баннеру, клики по объявлению. Они вот здесь вот будут отображаться. Показы здесь есть, мы видим, а сколько человек перешло по ним, видим вот здесь. И это наш текст. Вот таким образом будет выглядеть наше текстовое объявление вот в этой части сайта. Думаю, с вопросами по этим 2 сайтам все. Если будут еще вопросы, пишите. Помогу. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.